Всем привет! С вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я буду играть в игру Трей. Но чтобы ничего не пропустить, я решил пока что не включать экран игры, да. Потому что это сразу не захватится начало, и поэтому мне пришлось как-то... Я даже не знаю как. В общем... Блин, это нереально. Нет, подождите. Вот она, игра, вам должно быть видно. Так как я решил сначала на стриме это показать, но не показал, да. Потому что это, да, вот. Вот наша игра, вот все работает, надо ничего не пропустить, вот. Нам надо растить дерево, блин, я уже, блин, пропустил момент, ладно, пофиг. В общем, растим дерево. Так, пока что так, давайте его... вырастим. Пофиг как, потому что я же нубас. Не, сначала не, ну, как он полил вот этот вот парень, как он полил это дерево, конечно же, пропустил я, потому что это нереально записать, потому что игра без начала, без плея и сложно это записать. Поэтому извиняюсь, но нет. Растим так, чтобы дерево росло, ну, нормально. Не так как. Ну, не по-другому. Ладно. Так. Так, все. Пока что так. Очень что-то огромное дерево у меня. Ладно. Надеюсь, вам все видно, все, что здесь происходит. И я впервые вижу такую игру от Unity, когда вы можете играть только деревом. Еще может там может что-то делать с ними. Или что? Ну да, все пропало, опять зима, типа. Ладно. Так, ладно, мы ломаем опять свое дерево, потому что нафиг оно надо. Ладно, в общем, я поломал его. Оно такое же, как и было, так и стало. Так. Так, дальше у нас. Значит, вот так пока что. Так, вот. Так вот его. Чтобы цветочки на него росли. Так. Весна, типа, да? Ни хрен... Не, ни хрена не получается. А, не, получается. То есть уже видно то, что этот парень вырос, ему лет, наверное, 20, может, я не знаю, если честно, сколько. Так, все. То есть здесь лезть. Короче, цветов этих нету, да. Убираем их. Так, все выращиваем так равномерно, чтобы ничего такого не было тут. Ладно. Немного неравномерно, но ладно. Так. Яблоки выросли. Нам нужно теперь... Ну, уже лет где-то здесь. Может быть, 30. Я не знаю. Честно, сколько это лет. Так. Мы должны растить его дальше. Да, вот такое. У меня дерево уже огромнейшее получилось. Немного, конечно, неправильно я сделал, ну ладно. Все-таки кажется, что реалистичное дерево. Ну как бы ладно. Так, вот у него уже родился свой сын. И, в общем, надо было покидать яблоки, да. Чтобы они их собрали, типа, и что-то такое. Опять осень. И все листья надо... Я не знаю, как это объяснить. В общем, чтобы упали листья, да. Опять зима, то есть прошло уже сколько-то лет, лет, наверное, 10-20, после того, как он посадил это дерево. Потому что он посадил его, ну, лет 7, наверное, хотя хрен его знает. В общем, он его посадил, этот вот парень, и он уже вырос, как бы, и сын уже как бы вырос, потому что вот зима уже.
Да, опять ветки надо поломать. Да. На самом деле очень грустная игра от Unity, которую сделали на Unreal. Это тупо я сказал. Как можно делать Unity на Unreal? На Unreal Engine, короче. Да. И не покажемся. Так, все, где фаристов, да? Так. Да. Прикольное дерево, конечно. Че, все? Да, вот так. Вот так оно более красиво, смотрите, выглядит. Я его так сделал. Так оно более красивее, намного выглядит более красивее, чем оно было в начале. Так, видно то, что уже... Тоже он уже с сыном, сын уже взрослый. Сидели они около костра. Так, выращиваем дерево дальше. Так, у нас здесь что-то появляется. Появляется хрен знает что, какая-то такая штука, ладно. Упадут. Так, вот он. Пришел уже дедом он. И все в одной и той же кофте он ходит. Он, наверное, любит такой цвет просто. Такой красный. Поэтому как-то так. Вот он собрал яблоки уже. Он уже старый. Его сын уже вырос намного. У его сына даже, наверное, свои уже дети. Вот уже зима. И можно заметить то, что... Дерево немного стало каким-то другим. Да, все. Этот наш мужик, который мы... Нет, мы за него не играли, в общем. Ну да. Игра заканчивается на вот этом вот моменте. То, что все, он прожил свою жизнь, и все. То есть, дерево увидело то, что там... Он, ну, как он посадил его, и дерево так и жило, и жило. Как бы. Смотрела на как растет вообще этот человек и как растут его дети. Да. Так вот заканчивается игра Трей. Да, мне она понравилась, игра очень хорошо сделана, но можно было там что-нибудь еще добавить, что-то убрать. Ну, потому что дерево растет как-то, ну, неправильно немного. Ну ладно. Так. Так, да, Unreal Engine. Так, это с ним. А, Unreal Engine, он. 1998 года по 2017, да. Все, мы закончили нашу игру Трей. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Лутбас Компани. Пишите комментарии под видео. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте. vk.com Алекс Сучков 2001. Всех принимаю, друзья. Добавляйтесь. Всем удачи и всем пока.